Так, мы делаем капельницу. Так, да, моя девочка? Покажись. Да ты у нас уже красавица. Мы уже поем. Мы уже мурлыкаем, да. Мы уже, смотрите, у нас уже животик отек, спал. Мы уже лапку смотрим. Мы уже встаем на лапы. Мы сегодня встали на лапы. Видите, у нас животик какой хороший. У нас хороший животик. Девочка моя. Так, ребята, у нас плохие новости. У нас умирает лапка. Все-таки врач говорил, что мы попытаемся ее спасти, но она умирает. У нас сухо и у нас гноится. У нас чернеет кожа. Как бы это была ни гангрена, не дай бог, все лопается и нехорошо. Завтра нам срочно на прием к врачу. Все, малышка на обработке. Сняли мертвую кожу, всю сняли мертвую кожу. Но девочка у нас встает, она у нас герой. Да-да-да. Сейчас мы готовим мази. Сейчас мы все забинтуем. Мы еще в клинике. Сейчас мы малышку обработаем, и все у нас будет хорошо. Солнышко, давай, давай, моя хорошая, ты моя девочка такая, красавичка. Все, 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 у нас уже все хорошо. Животик у нас уже зарос. У нас уже все хорошо с животиком. У нас осталось уже, у нас полживотика заросло. Полживотика заросло. Все, теперь лапочка пошла гануляться на лапку. Лапочка здесь ожила, здесь живая лапка у нас. Живая, а мы боялись, что лапка будет мертвая. Да, ты моя солнышко, красавица мамина. Все хорошо у нас. Вот так. Раз, два, три. Упс. Сначала намажу, потом приложу сеточку. О. Тихо, моя зайчика. Да, моя девочка. Маленький мой. Так. Упала. Давай мама посмотрит, где тебе лучше сделать. Да, стой, хвостик. Вот так сделаем. Наискосочек. Раз. Вот так. Тихо, деточка. Тихо, моя солнышко. Да, все будет хорошо. Так, все. Сейчас мы прихватим. Чуть-чуть, девочку. Сейчас. Да, моя хорошая. Да, моя маленькая. Сейчас, моя девочка. Садись так. Раз, два, три.